Здравствуйте. Вы не могли бы представиться, пожалуйста? Инспектор какой? Как? А вы можете предпринять меры к данной автомашине, которая припаркована на нарушение правил дорожного движения? А? Да. Можете, да? Вы сейчас, да, предпримите? Ну, сейчас я налево поворачиваю сейчас. Налево или направо? Нет. Я вас подожду здесь, хорошо? Все, спасибо. Вот как вы думаете, как правильно говорится, Land Cruiser или Land Cruiser? Тут сплошная линия у нас. Это на Станово Сунга. Центральный аппарат МВД снова. Тут еще один внедорожник спереди. 183. Ждем сотрудника УВДД. Как вы все слышали, сотрудник милиции сказал то, что повернет налево и предпримет меры, но его здесь нету. Вот ни слева, вот ни прямо он не проехал, вот там тоже нету. Ни направо его там тоже нету. Я везде посмотрел, все проверил. МВД 500М. Toyota Camry серебристого цвета. Вы поступили очень и очень некрасиво. Ну, вы же, наверное, знаете, чья это машина, да? Попросту не хватило, наверное, кое-чего. Вот вы сами как думаете, сотрудники милиции? К вам уважение когда должно появиться? Просто вот по щелчку пальца или как? Вот после таких телодвижений, после таких парковок. Как вы думаете, когда вас будут люди уважать? Просто логически порассуждайте. Спасибо за внимание. Короче, он думал, наверное, что я ушел. Подъехал вот сюда, на перекресток МВД прямо. С проблесковыми маячками поставил. Меня увидел, сразу свалил. Я к нему не успел даже подойти. Но у него тут шеф должен выйти. Я думаю, то, что он не позволит своему шефу пешком пройти. О, один уже внедорожник убирает. Вот он. Уезжает. Уехал. Второй стоит по-прежнему с нарушением правил дорожного движения. А, кстати, хочу добавить то, что когда выезжал вот этот первый Land Cruiser, он нарушил правила дорожного движения. То есть пересек сплошную линию. Помимо того, что он был припаркован с нарушением, так он еще пересек при развороте. Ну, плюс движение по встречной полосе. Тут у него получается так, парковка раз, движение по встречке два, пересечение сплошной три. Три штрафа у него.